я видела себя в этой картине. Mm-hmm. Вот. Там, ну, явно, конечно, каждый свое увидит. Mm-hmm. Когда увидев картину, ты начинаешь осознавать что-то внутри, сравнивать что-то с собой, не полностью там видишь что-то определенное, какую-то там картину, а ты сравниваешь со своей жизнью, с осознанием того, что как-то перекликается это, ну, с тобой или нет. Ну, вот увидев одно, я, к примеру, увидела, посмотрев на одну картину, я увидела льва, и как бы, ну, у всех ассоциация сразу приходит, что это какой-то такой пушистый лев. Для меня это был лев, который в образе человека, то есть человек в образе льва, и при этом он был с мокрыми прядями, то есть что-то его нагнетало, какая-то тяжесть жизни. То есть вот все время лев, он же лидер, он сильный, он всегда должен казаться сильным. На самом деле вот этот дождь, он прям показал то, что, ну, вот тяжело все равно, даже льву бывает тяжело. И когда ты, ну, увидел себя вот со стороны, получается, то, что ты как-то пал духом, а тебе нужно уже подниматься с этого. Тебе нужно взять себя в руки. И почему я увидела себя именно вот в таком вот образе, то, что у меня там тяжесть, мне тяжело. И как бы вопрос прозвучал, что тебе нужно для того, чтобы, наверное, встать. Мне, ну, я сказала, что мне нужна поддержка. Поддержка со стороны, либо там третья нога, как мне сказал Костя. Но мне кажется, либо то, либо то. Либо я буду одна совсем, ну, как бы, но с поддержкой своей третьей ногой, либо это будет кто-то рядом. И нужно просто... Вот были тяжелые моменты, и здесь именно, ну, вот я, наверное, их отпустила. У меня тут даже слезы накатили, когда я стояла. Очень сильно прям, ну, отпустила это. Так что это очень интересно, и я считаю, что это очень глубоко проникает сквозь тебя, и ты начинаешь что-то для себя еще какие-то выводы делать.